Челябинцы массово стали обращаться в профильные службы с жалобами и просьбами объяснить, что творится в городе. Многие решили, что это промышленные выбросы. Впрочем, подобное явление сегодня наблюдалось во многих районах области, а также в Кургане и Тюмени. Панику горожан развеяли в Министерстве экологии. Сегодня мы наблюдали такое редкое погодное явление, как густой туман. Именно густой, когда на расстоянии 50 метров практически ничего не видно. Да? То есть такое явление возникает крайне редко, образуется оно из-за того, что вот особенно осенью, весной часто, когда идет перепад температур с положительных на отрицательные. Продолжительность такого явления может составлять от 1,5 часов до нескольких суток. Министр экологии уже провел разъяснительную работу с руководством промышленных объектов и попросил их сократить выбросы в этот период.